Какой-то колокольчик. А, ну вот кошки нет. Он даже понюхал эту колбасу и есть не хочет. Вот, а кошки нет. Где твоя невеста? Мать твоих детей. Где она голодная ходит? Ты-то вон какой сытый, жирный. Нет, ко мне не надо. Сюда не надо. Погладить. Да, а он вон какой пыльный. Он всю пыль собрал. Голова вся в пыли. Котяра. Чего ж колбасу не ешь? Я из-за тебя тут. Отнеси своей жене. Где она? С детьми голодная сидит. Да, вон он позевает как. Башка вся в пыли. Где ты навалялся так, а? Котяра, где твоя кошка? Такая же черная, как ты. Ешь колбасу. Вот. Ну, начал есть. Молодец. Ешь. Ешь. Вон какой толстенный котяра. А кошка приходила, худая такая. Там все у нее висит. Она мяукала. А я как раз и не взяла никакой колбаски. Вот. Птички как поют. Ну, съел, молодец. Может, и та придет. Надо оставить для нее колбаски-то. Молодец. Молодец. Он какой толстючий. С такой красивой у тебя ошейник кто-то к тебе прицепил. Пришел кофе-мокко. Да, мне все равно. Нет, в одном больше, в втором меньше. А почему? А, разве ты... из автоматов. Разве вот тебе... это справа автомата? Да. Мне там, кстати, по качеству лучше нравится. А почему ты не в чашке, вот в стакане пить? Горячий же стакан. Так, согревайся. И как-то поцивильней. Обними стакан ручонками и согрейся. И как-то поцивильней. Вот, там уже начинают яхты выплывать, и мы пьем мокко в граненом стакане, можно сказать. Медуза выплывает. Ага, медуза выплывает. Была медуза. Всем добрый вечер. Сижу на шезлонге под нашей пальмочкой. Муж пошел купаться, а я что-то у меня горло прихватило. То ли я где-то под кондиционером,
постояла, вчера ходили в магазин, и там так вообще сильно кондиционеры работают. А ходишь вся такая распаренная. И еще, конечно, водички холодные. Я пришла, так воды попила холодной, ну вот и не знаю что. В общем, что-то, напасть какая-то. И сегодня утром я, конечно, купалась. Утром было очень хорошее море. Ну а вот сейчас, а у меня было две таблетки вот этого стрепсилса или антиангин, я уж не помню, такие розовые таблеточки, рассасывающие. Вот. Ну, пока не помогло. Пью горячий чай, кофе. Вот так вот. Что-то горлышко мое. Не то что ангина, а вот именно какое-то першение, как ларингит или что-то такое. Так, пойдем сегодня на прогулку. Нужно зайти в аптеку, купить что-нибудь, какой-нибудь от горла, какие-нибудь сосачки, короче говоря. Не вот сильно не болит, а вот такое неприятное ощущение, какое-то там першение в горле. Вот так. И купаться не хочется.